Бурдж-Халифа, в переводе «Башня Халифа» – самое высокое здание мира. Его высота 828 метров. Небоскреб расположен в городе Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Бурдж-Халифа – это 163 этажа, на которых расположены гостиница, ресторан, апартаменты, квартиры, офисы, смотровая площадка и даже обсерватория. Площадь внутри небоскреба – 344 тысячи метров квадратных. Здание построено в форме сталагмита. Строительство началось 21 сентября 2004 года, а официальное открытие состоялось 4 января 2010. В строительстве принимали участие около 12 тысяч рабочих ежедневно, что позволяло строить 1-2 этажа в неделю. Специально для жаркой погоды Эмиратов был разработан особый тип бетона, который выдерживает температуру до плюс 50 градусов Цельсия. Бетонную смесь укладывали только ночью, а в раствор добавляли лед. Стоимость строительства составила 1,5 миллиарда долларов. Стекла башни отталкивают солнечные лучи и не пропускают пыль. Окна ежедневно моют. Внутри воздух не только охлаждается, но и ароматизируется с помощью специальных мембран. В здании 57 лифтов, которые передвигаются со скоростью 10 метров в секунду. Бурдж-Халифа изначально планировался как самое высокое здание в мире. Когда небоскреб еще строился, его проектная высота держалась в тайне. Это было сделано на тот случай, если где-то будет спроектирован небоскреб большей высоты. Тогда в проект могли бы внести корректировки. Кроме того, что это самое высокое здание мира, Бурдж-Халифа также является зданием с самым высоко расположенным последним этажом, самым высоким лифтом, самой высоко расположенной смотровой площадкой, 124 этаж на высоте 452 метра, а также зданием с наибольшим количеством этажей. Напомним, их 163.